Всем доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить. Че, мне эту хрень надо сделать? Кузнец. Нет, кузнец. Да, кузнец бы, если что, не помешал бы. Ладно. Пройдемте, пожалуй, туда. Снецу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так вот. Ой. Преступление. Черт. Этого еще не хватало. Ладно, ты. Блин. Чё? Не, туда пошел. Нет, 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 лекарство еще нужно лекарство. Чё? Ой. Чё, подождал мужик? Деньги мне нужны. Дверь мне запили. И так будет со всеми чуваками в Assassin's Creed. Ничего. Ага. Я тебя нашел. Вот теперь я неизвестный чувачок. Вот ты где. ФПС. Не вовремя. О, соседи вернулись. Почему он так медленно? Ладно, все. Все, 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 все. Так, давайте вот так вот. И побежим туда. Ух. Ух, повезло. Ох, повезло как. Далеко нам еще так. Оу! Давай, яйцо. Хорошо, хорошо. Так, там у нас запретная зона, да? Но никто не говорил, что по крыше нельзя. Нам туда. Разве это законно? Да. Сальве, читадини ди Рома! Полюбуйтесь невероятным зрелищем! Катерина Сфорца, шлюха из Форли, наконец-то побеждена! Ха! Ниже Лукреции Борджа все равно нельзя опуститься. Кто подбил тебя на это, отец или брат? А может и тот, и другой одновременно? Заткнись! Не смей оскорблять Борджа! Борджа лох. Так будет с каждым, кто не покорится нам. Добрые жители Рима, будьте тверды. Ваше время придет, вы будете свободны, клянусь. Они хотят пытать ее. Твоя цель — Чезаре и Родриго. Катерина — сильный союзник. Если мы поможем ей, она поможет нам. Возможно. Но сначала Чезаре и Родриго. Черт. Ну, Чезаре и Родриго, извините, но вас придется убить. О,
Он похож на... Чё? Минутку! Ты не уйдёшь! Пошли! Задайте зубы! Черт, мужик. От него веет опасно. Черт. Извини, мужик. А все было так просто. Надо было просто туда. Ага, я вижу куда, как вон забраться. ФПС, не проседай, су. Ага. Соседи. Черт, придется их убить. Все равно полная, неполная синхронизация. Так, давайте мы их еще обворуем. О, лекарство. Ну, слава богу. Еще лекарство, это хорошо. Лекарство заполнено. А еще. Блин. Забудь про бабу. Ты служишь только мне. Рим — это наш фундамент, и он не должен пошатнуться. А значит, ты тоже должен быть тверд. А Ватикан. Это кучка стариков? Мы используем вот их, а потом где избавимся от них. Как я же тебя ненавижу. Как же я тебя ненавижу. Тут легко догадаться, когда видно, есть одно окно. Нет времени на раздумья. Черт! Стоять! От него веет! Так. Чёрт!
Блин. Я попался. Реально попался. Черт, придется их убить. Чё, жить надоело, а? Блин, эпичная битва, блин. Не мог Саня Электрик по-тихому пройти, давай бить всех, блин, как обычно. Ладно, придется действовать так. Ах ты ж... Сволочь, а. Ха-ха. Он здесь! Теперь нам туда, да? Каждый раз все что-то по-другому. Мне этого больше бородатого хочу убить. Боджиа, походу. Блин, он убил дядю Марио. Я отомщу за это. Так, давай прыгать, как в старые добрые времена. Так, у тебя сейчас... О, молодец. Чезаре. Лукреция. О. Чезаре, сволочь. Надеюсь, ты была добра к нашей гости. Я бы зашила ей рот. С большим удовольствием. Я бы предпочел, чтобы он был открыт. Что? Ты поговорила с папой о деньгах, которые нужны моему банкиру? Сейчас его нет в замке. Когда он вернется, его еще придется убеждать. Ты же справишься. Верно? Конечно. Но здесь так одиноко. Мы так мало времени проводим вместе, ведь ты постоянно занят другими делами. Скоро. Я стану правителем Италии, а ты моей королевой. Тогда ты забудешь об одиночестве. Станешь ты королем своей труны. Ох, блин, убить его бы. Это что ты ждешь? Почему ты смотришь в окно? Ну что дальше? Ага. Посмотрели в окошко, понаблюдали и все, да? Ага. И как туда... Надо было спуститься. Черт, побери. Этого еще не хватало. У нас еще есть 15 минут. Так что, народ, не хотя 20. Так что, народ, держитесь. Все ж только что начинается. Доу! Ай! Шук тупы. Тупо DVD. Причем здесь DVD? Ладно. И всегда все. Да ё-моё, я нажимал два раза Shift. Хотел. Блин. Трудно будет. Трудно будет попасть. Я так не догоню. Почему не задержался? Я же нажал Shift. Еще раз будем пробовать так, походу, часа два.
Ага. Бух. Эдсо аудитория сенсация. Эдсо аудитория упал. Блин. Сколько так можно падать? Вот скажи мне, почему ты такой тупой, а? Почему? Почему? Почему ты не можешь схватиться, когда я нажимаю Shift? Чё? Блин. А вот это было я виноват. Это уже я виноват. И как туда вылезти? Без... Как туда залезть без понятия? Вот я вот без понятия. Вот это какая у нас серия уже? Походу седьмая. Восьмая походу уже. Серия приключений Assassin's Creed в туалете. Чтобы упасть, нажмите 6, нажмите еще раз при падении. Открыть ворота! Есть! Капитан генерал отправляется в Урбино! Надо было зажать, я не прощал полностью. Сволочь, а. Макиавелли будет очень разочарован. Да, согласен. Нам как-то нужно наверх собраться. Блин! Убейте меня, пожалуйста. Убей меня, пожалуйста. Я тебя разрешаю. Ну, наконец-то. Еще раз. Стой! Как туда добраться? Вот это вопрос. Хотя, подожди-ка. Блин. Эх ты ж. Опять! Открыть ворота! Капитан генерал отправляется в Урбино! Бона фортуна, господин Чезаре! Макиавелли будет очень разочарован. Не сразу я все понял. То ли вверх надо, то ли вниз. А, ну да. И... Как туда добраться? Чё? Как туда добраться? Я не пойму. Бездельничаю. Чё я делаю? Какая у них здесь пыль? О! Ха-ха-ха! Вот это эпик. Да, ребят? Пройдена контрольная точка. Так, точно не сюда. Куда ж тогда дальше, а? Угу. За здание, шо ли? Чёрт! Мне твое тоже знакомо. Я же об этом не говорю. Как кретин. Чёрт, куда дальше? Вот это эпик. Может выше куда-то, блин? Я не пойму. Ну блин, ну чё ко мне прицепили? Я его упустил! Мне нужно ж... Он уходит!
Как же туда забраться, а? Черт, я его упустил. Это был эпик. Может сюда? Если что, пойдем, умрем, и там будет какая-то контрольная точка. Действительно, если мы умрем, то будет какая-то контрольная точка. Давайте мы умрем. Или искать вход. Давайте умрем все-таки. Думаю, так будет намного. Нет, Сону, так нужно. Убейте это меня, нет. Пожалуйста. Раз. Два. И три. За Петю. За Юлю. За Петю и Юлю. Блин, еще 14-13 минут. 12-11. Ну, где-то такое. И мы закончим серию. А я еще не знаю, куда мне идти. О! Ебись. Я уже все загрузила все. Нам походу наверх. Давай, отцо, на тебя вся надежда. И вот их негребаный флаг. Может, нам ниже? Может, я опять не туда пошел? Но нам где-то в здании. Ага. Как бы нам туда попасть, а? Понял, на фонарик. Черт. Ага. Ну, Эцио. Давайте вот так. А, все, блин. Вот я идиот, вот я тупой. Извиняюсь, но я в первый раз играю в Brotherhood и так туплю. Походу, я опять не ту дорогу пошел. Думал, что тут оно. Давайте пойдем туда, куда нам сначала показывала. Вот сюда. Значит, нам сюда. О, да, все верно. О, моя спина. Можете передать мне кувшин с водой? Убийца! Вон он, там! Ну,
Ну, наконец-то. Эцио, что ты здесь делаешь? Зашел к портному. Если освободишь меня, разгневаешь Чезаре. К счастью, он в отъезде. От камеры есть второй ключ? Полагаю, что нет. Тюремщик отдал свой Лукреции. Ты знаешь, где она? Ее покои в верхней части башни. Ладно, сиди тут. Считай, ключ уже у меня. Я никуда не собираюсь. Что? Никуда не собираюсь? Ну что ж, ребят. Ладно, попытаемся эту миссию пройти. Если мы быстро пройдем, то после этой миссии мы закончим. А если нет, то... не закончим, то в следующей части все будет. На верхней башне. Угу. Я так тебя люблю, что мне хочется петь. Тише. Ты можешь только шептать об этом. Знаешь, что сделает Чезаре, если узнает? Но ты же недавно овдовела. Он убил моего мужа. О. Убил мужа? Чезаре всегда ревновал меня. Но это не остановит нас. Нет. Я сохраню нашу тайну. Лукреции, твои губы манят меня. Что это было? Я опаздываю на репетицию. Прощай, любимая. Блин. Я слышал все, сеньора, и могу подтвердить ваши слова. Отлично. Расскажи, Чезаре. Посмотрим, каково ему самому быть в таком положении. Да, сеньора. Продолжай, пожалуйста. Не хотел прерывать тебя. Эцио аудиторе да Ференце. Я столько о тебе слышала, рада познакомиться. Жаль, Чезаре здесь нет. Он был бы в восторге. Я не враг тебе, Лукреция. Освободи Катерину, и я уйду. Невозможно. Ты не оставляешь мне выбора. Вот-вот. Стража! Ой, напугала. Ах ты! Значит так, да? Ну тогда держитесь, мужики. Давай, давай, давай. Я не могу отпустить тебя, поэтому ты пойдешь со мной. Но если закричишь, то мне придется вырвать твой язык. Принцесса с заточения? Ты думаешь, что творишь великие дела, убивая всех, кого вздумается? Крыса попалась! Вперед! Прикончить его! Ну блин, мужики, ну я вам сказал, не подходите. Воу, это было жесток. Давай, давай, иди ко мне. Твоя охота!
Твой друг Лоренцо лишил их всего имущества и бросил в тюрьму! Даже тех, кто не участвовал в заговоре! Друг Лоренцо... Женщинам запретили выходить замуж! Семейные гробницы были уничтожены! Само имя Паци! Вычеркнули из хроник! Ах ты ж... не было. Дура, а! Экколо! Бей его! Да я бегу уже за ней. Бегу. Сучка, а. Вперед! Да задолбала уже. Дай мне хоть раз. Ты закрыл глаза на последствия своих действий. Ты запустил цепочку событий, не задумываясь, к чему они приведут. Чезаре закончит то, что начал, и принесет мир Италии. В отличие от тебя, он убивает во имя великой цели. Пошли. Невежды легкие мишени. Неважно, ты все равно не поймешь меня, ипокрита. Идем, идем. Ах ты. Задрала. Идем, идем. Идем, ну наконец-то. Привет, Лукреция. Я так скучала. Иди ты к черту, шлюха! Я тоже тебя люблю. Тащи ее, я добуду ключ. О, мило. А ее в тюрьму бросить. Это будет заебись. Стража! Стража! Ты мне надоела! Идти сможешь? Нет. Значит, идем через главный вход. Время, что мы несем. Помогите Катерине бежать из замка, затем отправляйтесь на конюшню. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Саня Электрик. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. До следующей части. Пока.